и себе полезно, и доброе дело делаешь. А чтобы забег прошел удачно, самое главное – хорошенько расстаться. Неважно, спортсмен ты или любитель, важно, что человек неравнодушный. Впрочем, несмотря на то, что любящие сердца марафон благотворительный, спортивного азарта никто не отменял. Первыми стартовали участники забега на 2 километра, за ними на 5 и 10. У меня маленький ребенок, девочка, и я еще ее кормлю грудью пока. Мне интересно было попробовать себя, смогу ли я дойти до конца. Те, кто пришел поддержать участников, а это по меньшей мере 600 человек, не остались в стороне от главной цели забега. Пожертвовать можно либо просто приобрести флайер-билеты на участие, либо подойти и бросить любую сумму денег, какую хочешь, в ящик. Все идет потом на малышей. Нужно для лечения Елисея и Игоря суммы 96,7 тысяч рублей. Благодаря любящим сердцам ростовчан собрали всего за 3 часа. Валерия Ипатьева, Юрий Санкин, на Дону.